Акция закончилась, эта статья уже не актуальна. Новый лайфхак читайте здесь. Делюсь опытом, как купить страховку всего за 5326 рублей. И ездить по ней весь год сколько угодно раз по всему миру. С такой страховкой больше шансов получить долгую шенгенскую мультивизу. Это подходит тем, кто путешествует совокупно более 30 дней в году, для более коротких поездок, а также для детей. По-прежнему рекомендую покупать эту, пока что надежнее ничего не нашел, а чтобы было подешевле, берите промокод здесь. Итак, рассказываю подробнее, как купить туристическую страховку совсем дешево и ездить по ней целый год. Например, если вы часто ездите в течение года и каждый раз покупаете туристическую страховку, то страховка, купленная по этой инструкции, обойдется до 11,5 раз дешевле, причем будет действительно во всем мире. Страховка эта с покрытием в 100 тысяч долларов США подходит для любой визы и реально работает. Страхователи RV, Assistanis и AeroCenter. Находиться за рубежом по этой страховке можно 90 дней непрерывно, затем надо вернуться в страну постоянного проживания, но когда снова поедете, то страховка снова включится на 90 дней. И так в течение всего года. Можно совершать сколько угодно поездок в год, но не более 90 дней каждая. А стоит такая страховка всего лишь 5326 рублей на год. Сейчас читают 10 лучших мест, куда поехать отдыхать в апреле. Единственно, не знаю, временная это акция или нет, но мне удалось купить именно по этой цене. Попробуйте, может быть и вам повезет. Инструкция, как купить туристическую страховку через интернет дешевле, 1. Открываем калькулятор страховок, откроется в новом окне, 2. Указываем вместо страны поездки весь мир, 3. В разделе «Туда» дату начала первой поездки, а ниже ставим галочку «Годовой полис», выбираем количество и возраст путешественников. Жмем «Найти 3». Важно! На открывшейся странице справа выбираем пункт «Неограниченное количество поездок не более 90 дней каждая», только в этом случае страховка будет действовать весь год. В разделе «Медицинское страхование» выбираем пункт «100 тысяч долларов США». Вот так должно быть. 4. Если вы не гражданин России, необходимо поставить галочку в строке «Я не гражданин России», страховка действует для жителей любых стран. Операторы говорят на русском и английском языках. 5. Выбираем ARV и далее жмем «Купить». Вводим свои данные и оплачиваем. 6. Страховка придет на почту сразу же, проверьте ваш e-mail. Сохраните и распечатайте, годовая туристическая страховка готова. Вот и все, а теперь давайте сравним, если бы мы брали простую страховку на год, 61 781 рубль. Это в 11,5 раз дороже, чем по моей инструкции. Сейчас читают, куда поехать в свадебное путешествие, 9 чудесных мест для молодоженов. Конечно же, такая разница получается, если путешествовать весь год. Поэтому, прежде чем покупать, прикиньте, сколько дней за год вы путешествуете. Если более 30 дней в году, например, 2 раза в год, зимой и летом выехать за границу по 15 дней уже выгодно брать. Вот, что включено в страховку, купить тут. В общем, не знаю, сколько еще продлится эта акция. Пишите, удалось ли вам купить туристическую страховку недорого и по какой цене. Если акция уже закончилась, тоже напишите, тогда пост этот закрою. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.